Быстрее, девочки, ползем, червячки, сказал! Быстрее! Время идет! Лезем, лезем! Давай, Глентик, да? Допрыгивай! Быстрее! Бывают тревоги, противогазы! Химзащиты, быстро, быстро! Надевайте противогазы, огнетушители в руки! Пошел, пошел! Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Всем привет, меня зовут Влад4, Глент. А это кто? Опа, это к тебе? Не ко мне, вроде. Повестка! Срочные, суточные, полевые сборы. Пацаны, я так понимаю, съемочки отменяются? Доброе утро, девочки! Добро пожаловать в армию! Меньше и меньше похожи на бойцов. Я сделаю из вас настоящих мужчин. Ты меня понял? Ответ неверный. Как отвечают бойцы? Точно, товарищ капитан! Бегом! А где казарма? Погода вон. Сейчас мы посмотрим, чему вас научила мамка. Застелить, пока горит спичка. Так точно. Одну минуту. Спичку забыл. Зрители, хотелось бы обсудить один вопросик. Девчонок-подписчиц больше, чем пацанов. Но, пацаны, надо это исправлять. Спускайтесь, я в вас верю. Сравняем счет. Я мобилу сюда пронес, нужно ее заныкать. Конфет взял с собой. Так, давайте быстрее, пока он не пришел. Ты не писаешься? Писаюсь. Красава. Я зажигаю спичку. Там подушка. Блин, я тут свою. Я ее туда выкину. Одеяло. Вот же, балби. Сюда. Четко. А какое четко? Неудовлетворительно. Так времени просто очень мало. Нет ничего невозможного. Ну ничего, отправляемся на боевую подготовку. Ясно? Левой. На месте, стой! Физуху в условиях партизанского боя. Всего лишь утренняя зарядка, ты меня понял? Сейчас ваша задача пройти полосу препятствий. Миков, третий нет. Пошел! Давайте, давайте, девочки! Быстрее! Вот так! Давай, залазь! Быстрее! Я не в ту сторону запрыгнул! Эй, быстрее! Пацаны, быстрее! Все, переходим к следующему, девочки! Не на танцплощадке! Бегом! Быстрее, девочки, ползем, червячки, сказал! Следующему препятствию бегом! Обалдеть, огонь! Бегом, бегом, быстрее! Время идет! Быстрее, лезем, лезем! Давай, Глентик, давай! Давай, давай, давай! Так, 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 пошел, 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 пошел! Давай, давай! Давай, пингвин, ползи! Быстрее! Кинули пингвина, следующее препятствие, бегом! Запрыгивай! Быстрее, время идет! Давай, давай, быстрее, боец, быстрее! Ползи, ползи, ползи! Давай, держу, держу! Что, бойцы, показатели слабые, но мы это исправим. Лен, что, есть идейка, как Кобякова пранкануть? Стой, раз, два, приему пищи приступить. Кобяков, а давай в игру сыграем? Ложки в рот и друг другу бьем по голове. По очереди. Посильнее бей! Оу. Смотри, как надо. Кобяков, смотри, как надо. Хотите работать? Прием пищи окончен. Давай, давай, бегом. Так, бойцы, чтоб каждый сантиметр пола блестел. Чем правильно? Пеной. Кстати, пенная вечеринка. Так, рядовой брешь. Сильнее три. Все, короче, я пошел. Пацаны, здесь столько пены еще. Здесь идеальное место, чтобы поиграть в кёрлинг. А кто проиграет, тогда и уберет всю пену. Так, пацаны, объясняю правила. Ну а чье дальше? Тут убирает всю пену. Так, моя очередь. Почти коснулась. Так, сейчас дуэль. Потому что вы одинаково бросили. Кобяков и Глен. Ну, Кобяк победил. Все, Глен. Офигенная игра, ребята. Вот это вы молодцы, что придумали. Работаем. Взвод. Пол блестит. Теперь могу назвать вас бойцами. Упражнение. Шагом марш. Раз, два, раз. Взвод, трусь. Бегом марш. Будем разучивать строевую песню. Зачем эти песни вообще надо? Взвод, песню запивай. Только да, сердце. Так, так, стоп. Может, что-нибудь посовременнее споем? Ну а что современнее? Просто пушка, малышка, безделушка. Стоп, песня удовлетворительная. Заслужили обед. Налево. Безделушка, любимая. На этот раз без шалости. Так точно. Приду, проверю. И сейчас я вам покажу величайший фокус.
Офигеть! Ты как куча видосов про армию и знал, что там такая еда? Попробуйте сами. Так а как ее отклеить вообще? Ее не надо отклеивать. Вкусная. Обалдеть. Бывают тревоги, противогазы, химзащиты, быстро-быстро. Химической угрозы, пункт 1. Не приближаться к очагу ближе на расстояние. Так а ликвидировать как, чем? Надевайте противогазы, огнетушители в руки. Пошел, пошел. Стойте! Тревожная тревога! Дорогой сынок, очень волнуемся за тебя в армии. Кушай аккуратно, поделись с ребятами. Мама, Кобякову. Блин! Так это столько шума из-за коробки с едой? Ты слишком вонючий оказался. Тут какая-то закатка! Самая вонючая рыба на планете! А, ты чё? Нас сразу вырвет! Что у вас тут происходит? Ну, это ложная тревога! Что это такое? Консервы? Беру себе. Давайте. Всё, погнали в казарму. Противогазы отнести. Блин, надо скорее отнести. А давайте перед тем, как отдадим. Сапер. Ха, так расскажи правила. Давай. Вон. Я сапер. А я тогда кто? А ты минер. Ноги давай. Не наступите на один тапок. Погнали. Так, бойцы, стоп. Думал, что вы стали нормальными солдатами. Марш. Раз, два, раз, два, раз, два. А, понятно. Картошка должна быть готова к ужину. Все ясно? Так точно. Это слово «наряд» в армии переводится как «наказание». Делать кому-то надо. Вот картошку. Кто думает, что ты хочешь чистить? Так, бойцы, это все, что вы успели? Что вы тут справились? А, рядовой бумага. Два с половиной ведра, что мало. Заступаешь в ночное дежурство. Бегом, марш! Раз, два, раз, два. Ха, пацаны, что делаете? Чтоб он думал, что он в поезде домой едет. В мобилках посидим. Классная идея. Слушай, Кобяк, стань-ка на шухер. Давай, без вопросов, на шухер. Погнал. Пацаны, шухер. Шухер. Так, тройся, быстро. Молодой еще кепку так носить. Гудит что-то, где это у нас телефон? Где не гудит? А, тут у нас телефон, это залет войны. Чья мобила? Моя, это ночное дежурство. Ага, значит, у нас спорная ситуация. Сейчас выясним, кто пойдет на дежурство. С помощью жестов показывать. Ты с ними хочешь поиграть? Правила игры в крокодила. Руки кладем, все ясно? Так точно. Точно. Ну, не повезло вам, пацаны, конечно. По моей команде. Начали. Кобяков, держи. Так точно. Будете знать, как мобилы прятать. Глент проиграл! Паешь сегодня в ночное дежурство! Так точно! Прага, марш! Раз, два, раз, два, раз, два! Тебя зависит безопасность всего взвода! Сколько тут стоять? Всю ночь! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Будет вкусный завтрак! Эх, отбой – это самое классное время кровати. Когда ты служишь в армии, можно только. Время только или сидишь, или стоишь. Лежать нельзя. Ну, а у меня телефончик так-то и не забирали. Кто-нибудь? А ты мне что? Ну, могу конфеты дать. О, а можно мне тоже телефон, Влад? Нет, ну у меня есть идейка получше. Да выясним, кому достанется телефончик. А давай. Игра называется «Подводная лодка». Первый проплывет до финиша, тот и выиграл. По-бырому. Ладно. Итак, водолазы, занимайте старка руками. Ногами нельзя. Готовы? Да. Так, водолаз Кобяков вырывается вперед. Ничего себе, идут нос к носу. Все. Ай, не могу. Все, я сдаюсь. Боже. О, как раз ролик на канале вышел. Уж храпеть, Кобяков. У меня есть одна идейка, Глент. Эй, ты чего? Есть идейка получше. Какая? Есть такой армейский прикол, если кто-то храпит на улицу. Погнали. Какая-то охота на кабана получается. Понесли. Я на постовую. Что происходит? Пацаны! Чего я на улице? Глент! Что это за сирена? Что это? Что происходит? Я знаю, в чем дело. Сказал, что хочет съесть его на завтрак. Видимо, банку открыл. Ай, дай ему на помощь. Мне уходить нельзя, ребята. Ну и запах. Готовы? Да. И вот отсюда. Так за что? Мы ничего не сделаем. Ладно, до свидания. Пошли вон. Вот я. Но в этом нелегком бою проиграл командир. Обязательно ставьте лайк. Ну а с вами был Всем пока.